Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Карим Фастам, и сегодня я вам покажу, как починить спиннер, если он заржавел или забился пылью. От этого они просто не крутятся. Но недавно со мной случилась такая история. Мой спиннер заржавел из-за того, что я его нечаянно мочил. И мы с другом решили провести такой опыт. Как бы его опыт. Он до этого взял и выжил лимон. Один лимон, стаканчик. Туда он положил заржавевшую монетку, и она как бы стала серебряной. Вся ржавчина от нее ушла. И мы подумали, если мой спиннер заржавел, может быть, получится и с ним тоже. Но когда мы сделали, мы удивились, то, что он начал работать, начал крутиться. Мы этому обрадовались, и мы его как бы плохо высушили. И сама лимонная кислота сама же по себе липкая, и он застыл, залип как бы, стал липким. И он перестал крутиться. Недавно я обнаружил, что можно почистить его с помощью теплой водички и моющего средства. Итак, вот теплая водичка и моющее средство. Мы берем и мочим поршень. Вот. И наливаем моющее средство прямо по бокам от поршня. Тем самым очищаю его. С другой стороны тоже. И он пропитан моющим средством. Теперь мы берем и моем его. Очень хорошо. Потом, после того, как мы его помыли, можно его помыть в водичке. Теперь можно еще раз. Можно хватит на одну сторону его намочить. Ну, можешь средством промыть еще раз. С одной и с другой стороны. Еще раз намочить. И оттуда, чтобы он после того, как высох, не стал ржавым, мы добавляем моющее средство прямо в эту воду же. Сюда вот взбалтываем специально. Чтобы вода была мыльной. Моющее средство. И вот моем там поршень. Мы его моем хорошенько. Все. Теперь мы его оставляем на таком месте, открытом, чтобы не было такого предмета, который стал бы пылить его. Не было такого предмета, чтобы из-за него он не стал пылиться. Не забился пылью. Оставляем на 10 минут и сушим его. Итак, дорогие друзья, я оставила свой поршень сушиться на 10 минут, и он высушился. Теперь смотрите, что происходит. Ваш спиннер должен не вот так вот не крутиться даже, а должен начнет крутиться, по крайней мере. Ну, например, мой спиннер начал крутиться лучше. До свидания, с вами был Карим Фрустан. Если это видео наберет 200 лайков, я буду выпускать другие видео про свою жизнь. И подписывайтесь на мой канал, потому что я только начинающий блогер. Надеюсь, в будущем я стану известным. До свидания всем.